Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам покажу игру, которая называется «Двери, но плохие». То есть это типа как пародия. Ну и, в общем, можно сказать, погнали. Вот такой у нас лифт. Ого, за секунду. Ладно, давайте пойдем. Можно сказать, это спидран. Сейчас мы этот спидран устроим. Так, это у нас типа сик. А у нас тут сика нету, все. Он просто на другого чела переключился и все. Все, можно сказать, он туда упал. Так, да, тут комнаты даже не помечаются. Ага. Вы видели это? Я вот видела. Угу. Ага, смотрите, что у нас. Угу, типа 50-я комната. Сейчас я сделаю прям код. Ну и, в общем, потом разблокируем дверь. Так, ребята, все, я уже составила этот код. Сейчас пойдем его набирать. Так. У меня код получился. Все, ребята. Я открыла. Я супер-пупер молодец. Так. Все, ребята, я прошла амбуша. Теперь идем дальше. Так, так, так. Вроде бы в эту дверь, да? Да. Сейчас у нас тут будет опять сик. Ага. Я поняла. Подождите, откройте. А! Я прошла, да, я прошла сика, наконец-то. Так. Так, отлично, это у нас был раш. Идем дальше. Это нам не нужно было, значит, понятно. Так, идем, идем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ага, это у нас хальт. Все отлично, я его прошла. Так, заходим в эту комнатку. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Ага, это типа 100-я комната.
Мне нужно подождать 10 секунд, чтобы лифт открылся. Так, подождите, я не поняла. Я надеюсь, он меня же не убьет. Я прошла. Ну что можно сказать? Прикольно. Я прошла. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.